Всем привет, с вами SevPro, и я покажу мод, который управляет командой в Minecraft Pocket Edition. Ну, наверное, многие видели, что подобный мод я уже обозревал, но это уже не add-on, а мод. Но для того, чтобы узнать, какие у нас есть команды, нам нужно прописать команду help. Как помните, в том add-on такой команды не было, но здесь все уже лучше. Мы можем также перейти из выживания креатив и из креатива в режим выживания. Вот как видите, я сейчас запросто перешел в режим выживания. Написал более короткую команду, и я нахожусь в режиме выживания. Также я могу включить себе fly. Для этого нужно написать fly и on. Это означает, что я включил fly. Fly это означает полет. Также я могу запросто отключить эту команду. Для этого нужно написать то же самое, но уже написать off. И наша команда включается. С помощью этого мода мы можем дать себе определенные вещи, прописав команду div. И ID блока, и количество. Вот ID блока, ну, давайте пусть будет 22. И два блока лузрита. Да, я дал себе два блока лузрита, я не знаю. Ну, просто так я дал себе два блока лузрита. Что тут у нас еще есть? Ну вот, к примеру, есть такая команда clear. Она очищает наш инвентарь. Для этого мы должны приписать палочку и clear. Но почему-то мод не сработал. Не мод, а именно команда. Ну, как видите, в help команда написана. Да, я не знаю, возможно, команда попала в нерабочая. Но есть еще такая команда about, где нам описывают, кто изобрел этот мод. Вот, смотрите, набираем about, и у нас появляется разработчик этого мода. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.